жесть, да? А как вы хотите? И вы все со своей музыкой. Я не буду вашу музыку слушать. Но если вы хотите узнать, ну, пункт номер один. Наденьте наушники, и все станет проще. Пункт номер два. Я не хочу даже слышать мысли интернет-издания. Плати за звук. Вы, блин, мне платить должны за то, что я вам показываю. И уж извините, послушайте то, что я как-то купил. А вот теперь рассказ про лажу от серебряного саквояжа. Или саквояж. Без разницы, серебряный. То есть обосрался он. Раньше продавал Хафей и Дади. Замечательные китайские машины. Теперь делит пальму первенства с Kia и Вазом. Лошара, конечно, и жалко настоящего крузака в китайском обличии. И хорошего, и недорогого Хафея. И то, и другое – редкость сейчас на дорогах города.